действительно залечивает. Она нет. Война просто лечит раны. Она уничтожает вот этот двухногий человек, чтобы этот двуногий человек дальше не пошел не так. Вот сейчас на Украине что творится, да, на Украине? Порошенко правильно делал. Порошенко правильно. Правильно делал. И что, и вот эта Германия, и Порошенко, они вместе. Эти, да, вот они правильно делают. Они хотят все уничтожать, брать, брать. И это будет. И вот я уверен, уверен, начнется глобальная, ну, война, да, вот, вот. И тогда только остановится вот это, ну, терзание природы. И вот пока это мы не сделаем, а если мы сделаем, мы хоть сохраним галактику, просто сохраним галактику. А нам надо сделать это. Надо, надо. Пока не поздно. Сейчас война, самая, вот, вот сейчас начинается война, вот это, уничтожение природы. Это самое-самое трудное. Лучше 20 бомб взорвать атомные, мы спасем природу. А вот, вот это вот сейчас, которая цивилизация идет, наступает, вот это опаснейшее. Даже она равняется, вот, вот, вот сейчас уничтожение, города все строится, вот, это, вот сейчас это уже уничтожение природы равняется 100 ядерным мощным боеголовкам. Вот сейчас цивилизация вот это идет, а вот мы истратим на эту войну, даже вот сделаем войну, даже пускай мы истратим 20 боеголовок, вот сравните 20 боеголовок и 100 боеголовок. С 20 боеголовками мы спасем природу. А вот эти вот сейчас, вот что цивилизация идет, это 100 боеголовок мощных, все уничтожается, вся природа. Все. Вот так, наверное.